В Рио-де-Жанейро приостановили работу суперкомпьютера, который определяет районы распространения вируса Зика. На такой шаг местные власти пошли в связи с нехваткой финансирования. По сравнению с другими устройствами, суперкомпьютер работает в миллион раз быстрее. Однако для его функционирования штат ежемесячно тратит 148 тысяч долларов. Недели ранее власти Рио-де-Жанейро объявили о тяжелом финансовом положении, и правительству пришлось раскошелиться дополнительно на 850 миллионов долларов на летнюю Олимпиаду. В первую очередь средства пойдут на обеспечение безопасности и ужесточение борьбы с уличной преступностью.